Детские площадки в космическом и экологическом стиле скоро появятся в Одинцовском округе. Реализацию программы по благоустройству общественных территорий в 2022 году обсудили в ходе традиционного совещания в администрации муниципалитета. Программа предусматривает просто замену элементов, но мы делаем замену и оснований, и новое резиновое покрытие, и сами элементы. В рамках программы ведутся работы по замене 51 игровой и 11 спортивных площадок. На сегодняшний день из 62 объектов благоустраиваются 59. На оставшиеся 3 уже подготовлены и согласованы соответствующие проекты. Площадка сделана по всем установленным на сегодняшний день нормативам. Есть мягкое резиновое покрытие, есть ограждение. Все элементы безопасны, имеют паспорта безопасности от производителя. Подрядчик работает в рамках муниципального контракта и по большинству объектов укладывается в сроки. Я бы хотел все-таки понять, какой мы сегодня с вами заявляем или объявляем срок по этим детским площадкам, чтобы у всех было одинаковое понимание, чтобы они не писали в чатах, в Добродел, в социальных сетях и спокойно ждали той даты, когда мы откроем детскую площадку. В рамках программы благоустройства идет ямочный ремонт во внутриквартальных проездах и установка лавочек. По ямочному ремонту дворовых территорий и внутриквартальных проездов, которые мы оцифровали в прошлом году посредством системы СКПДИ. Общее количество зарегистрированных ям было 3358 и квадратура 60 тысяч квадрат, больше 60 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день мы имеем 2 контракта, один из которых закрыт полностью, второй закрыт на 60%. Проведение работ осложняется погодными условиями, но администрация округа настаивает на сдаче объектов в сроки, обещанные жителям. Прошу тогда, Мария Александровна, поднять протокол и с Станиславом Юрьевичем каждую позицию сверить. Сделано, не сделано, если нет, то тоже до 1 ноября прошу со всеми задачами там по жаворонкам справиться. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».